наблюдались. Угу. То есть по-настоящему опасный объект – это именно те объекты, которые еще не открыты. А среди тех объектов, которые, вот среди тех 10 тысяч, их уже больше, чем 10 тысяч открыто, всего пара имеет такое, привлекает себе большое влияние, внимание, но реально опасных из них ни одного. Ну, то есть, по-вашему, все усилия ученых, производственников,